Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Satsumon Ozo. Hermesler. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Вась, по такую хуйню иногда даже стыдно подъезжать. Охуй! Брат, там интернет не ловит, я жду. Ау, по-братски, она здесь? Ау, мой дзмахац теперь тоже стала. Я ее люблю, брат. Бля, если интернет упадет, не поправит. Подожди, бля, интернет падает. Приветики, как ты дела? Что у тебя нового? Че вы делали, слышишь? Вы как взгрелись, блядь. Ой, F. Реально жестко падает? А, бля, может пиздят. Да не. Я не понимаю, клянусь. Да, и дай сигарет, чем есть. А, нормально? Все, у меня есть розыгрыш, слышишь? Инфиграмму ее хотите? Или нет? Бля, ебать, сколько снюса, клянусь, пацаны. Первый раз в своей жизни вижу столько снюса. Какие же ты, оно же в нас же, в них же. Я долбоёб сейчас. Почему, брат? А? Почему, брат? Я такой, мне похуй, я тварь, я бесхребетный. Дай бог отпиздец, жес. Ты мой самый любимый, ахуй. Я Милен зовут. Чё вы делали сегодня, слышишь, работаете? Ну, до 9 и да. А когда не работали, скажи. Милен, а твой инстаграм уже брали? Просто некоторые пишут, можно инстаграмы? Можно, берите. Покажи, ну. Покажи, а, как берите, блядь, взял. Его разблокируют. Забрал, жес. Дай снюс, жес. Я без никотина уже 3 часа. А у меня этот, ну, привет. Я отключила VPN. А тебя как зовут? Ну, вот, смотрите. Тебя тоже? Блин, идем. Меня тоже Диана зовут. Она еще не понимает. Вот, вот мой инстаграм. У меня VPN выключен. Ну, было. И все. А, и сигарет. А, не сигарет, не хочу сидеть, ряд. Ой, блядь. Не, не хочу, блядь. Потом курить буду, блядь. Танцевать тоже умеешь, не? Умею. А, хотите, покажу? Вы да. Вообще офигеете. Не, не надо, не, на не видео. Показывай. Видео. О, да. Осторожно, что. А, ну ты не фоткаешь ничего, поэтому нормально. Да. У меня одна подруга так на стриме открыла. Половину. Не, клянусь, половину внутренности видно было. Слышишь, вот дзудзулеби хорошие. На слышишь? Как? Дзудзулеби — это фотки на грузинском. А вот ты сколько фотографируешься? Подождите, я не могу найти. Вон, наверху было, наверху было. Нет. Ладно. Нет, так нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай мне снюс, ребёнок. Я могу обслужить, кстати. Нет, не надо, пожалуйста. Ладно. А, вот переводом, да, надо? Милена, вариант меня научить танцевать? Вариант. Давайте прямо сейчас. Не, не прямо сейчас. Давай, делай, делай. Я хочу частные тренировки, я на стриме не хочу танцевать. Ты видел? Нихуя ты ебашишь. А нахуй носки одел, что ли? Туфли. Плохо, я русский плохо разговариваю. Инста какая, только что показал, ну. О, ебать, ты ушла. Он меня, этот, я тоже так раньше танцевал, знаешь? Охуеть. Сейчас я еще на пол лягу. А, у тебя какие... че? Бля, опять слух говори, сука, мне надо разучить это говорить. Намаль Араби пишут хорошие. Намаль Араби — это обувь. Да, я крутая. Кто ты? Крутая. Какая крутая, нет? А ты такой у меня сексуальный. Хочешь вечером встретимся, я тебе один VPN поставлю хороший. Чего ты убираешься? Не, реально говорю. У меня просто есть у знакомого, он свой VPN сделал. Работает всегда. Хочешь, покажу, смотри. Это который вчера мне звонил? Да. Нет, нет. Да, а да, он? Да, он? Да, показывай. Смотри, смотри, как надо VPN. Вот как он у тебя работать будет. О, вот мой СММщик пришел. Смотри. Привет. СММ технологии. Оп, сам подключается. А, вышел, выключается. Круто. Порнография, у тебя даже, есть даже дома ноутбук? Через ноутбук просто делать надо. У меня дома есть ноутбук. Все, сделаем вечером. Ро, Артур. Кирим. Привет. Рад. Павел здесь. Брат, ждем деньги. Каждый месяц это время надо платить. Это, блядь, ну... А у твоего инсту тоже просит? Мяу. Она мяукает, там жестко.
Чик-чик, джесс. Всегда пройди за ней. Нет, кто еще не подписался? Заругай. На они все подписаны просто. Почему она Диану делай, Ренат? Ладно, нет, все подписываются, хорошо. Не знаю, пишут делай. Когда не делали. А как вот. Диана, кто-то нас... Сапну, сапну, вам плага есть? Аров порисаем. А, джонсес? Да, сейчас. Сядем, сядем. Да ну нахуй, я увидел девочку, которая не ставит сама себе лайк. Стой. У меня нигде нет лайков. Ай! Это рабочий. Это рабочий, там совместный аккаунт. Охуеть. А вот это? А это собака поставила себе. Да, конечно, конечно. Да, конечно, бля, вот эти моменты. У меня вот нет нигде лайков. Да ты вот на этой фото, знаешь, на кого похожа? Видела вот фильм «Жасмин»? Нет. Хуйню какую-то вкинуть хотел, только вот это первый раз вспомнил. Почему «Жасмин»? А? А. Все, мы поехали, короче. Вот это инстаграм Сапну Ван Пуас. О, брат. А мой, знаешь, что? Имя. Смотри, а мой. Если наоборот прочитать. И можно вот это, пожалуйста? Бля, очень трудно. Вчера нефть продавали сегодня. А, Сент? Сент Ньют. Ебать, это как ты вот это выстрелила? А если Ренат, знаешь как? Вот смотри, Ренат, если наоборот прочитать, Тонер. Тонер, да. А вот если Родип наоборот, как? А если Диана наоборот? А? Диана наоборот. Диана, а Анал? Нет? Показалось сразу. Какого хуя я снюс купил, чей стрим то ты платит? Ау, брат, вчера нефть продавали, сегодня пьем же. Пойдем отсюда, я кринжевать начинаю. Уходим. Все, давайте связь, сейчас мы быстренько отстримим и что-то наберем. А может такой один бонг ебанем? Так. О, давай, пацана, бонг разыграем. Кстати, это... Да, в натуре. Не, почему другой? Почему другой? У меня есть поближе. Не, покажи, пусть покажет, ну. Давай в натуре бонг разыграем. Можно. А кто-то курит, чат? И курит, пусть приедут. Ебанутый, Краснодар ни один еще не подогнал. 6%, блядь, пацанов, которые, блядь, клянусь, иди сюда, смотри, как он делается. Я знаю, да, это неудобно, пошел нахуй. Лучше там парашют делать, блядь, по старинке. Нет, ушел пакетом. Где? Профессиональные люди берут двухлитровую бутылку, снизу ставят аккуратный пакет по старинке и ушел. Вас всему учить надо, ёбаный. Все, давайте, ассаламу алейкум, варахматуллахи вабаракату. Встретимся, жесть. О, бля, я снюс опять проебушится. А у меня машина все это время заведенная, прикинь. Головка на 15 или головка на 15, ва. Но головка на 15 очень тяжелая и редкая. Это кабачки заходят, перенесем ее туда. Куда? Ну здесь уже такое себе, я тебе отвечаю. Просто, если мы ее здесь оставим, во-первых, налог большой. Так. А если поставим возле ТЦ, там сейчас налог маленький. Почему, брат? Еще что, брат? По биткоинам? Да. А вам не похуй, я им сказал. Я на вас на 3 биткоина шваткну. Хавайте. А теперь нефть. Жесть. Мне уже пишут в телеграмах. Что пишут? А кто пишет? Привет, не знаю, Валера какой-то. Оу, это что за... Тебе не нравится? Где мусорка? Попробуй. Я не буду говорить. Реально нефть, я только раздумал пью. Что пишут? Привет. Скинь кружок ему. А, это этот, шейх дубайский. Они с собой? Нет. Зачем такие духи с собой носить? Если ты с собой носишь духи, значит, все будут пшикать. Ну да, вот. А это нет. Дело. Я у меня масло с собой. Хочешь масло дам Авентусу? Ну, вот его не жалко. Пишут. Ну что же ты наделал? Паша. А откуда у нее? Телеграм-то ее откуда на шее? Брать, у нее такой же ник. У меня такой же ник, как у меня. Все, пиздец. Салам алейкум. Сейчас тебе будут хули скидывать. Ты носит умный человек. Не, нельзя так. Опасно. У меня даже еще и номер не скрыт. Охуеть. Ой, зря сказала, бля. Умоляю, я хочу посмотреть, как я бомбер выглядит. Давай 5 минут подождем. А? Заглуши давай. Машину по-братски. Не, 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 не. А? По-братски сейчас на ворот ебал полетит. Бензина много, мы вчера продали двоих. О, это кто? О, мой старший брат, на нее. Опять, смотри, салам не кинул, видишь? Да, видишь? Не, а, нихуя. Это звони, который вчера сидел? Да. А, у тебя Элла ищет. Он уже мне звонил, все нормально. С ней связала? Какая у нее инста? Синатутусай Галабаувра. Все, ах, салами. Все, все, мальчики, посмотрите. Все. А у тебя парень есть? Нет. А у меня? А у тебя? У тебя есть парень? У меня нет, я вчера расстался. Гандон изменял, да. С кем? С ним. Захожу, прикинь, домой, а он с шачером спит. С кем? Вот, с ним. Что напишет? Когда они уйдут, напиши мне. Вы когда вот мышей ловили, вы там кошек ебали. Да нет. Лаба? Вообще-то я сказала, всем привет. О, ей бомбер ебашу, наконец-то. Кого ебет чужой горе? Люблю тебя. Я тебе Вау, делаешь елцы. Делай. Размер кольца бери с ниткой, понял? Ниткой. 16,5? 16 бери, похуй. Нет, 18 на вырос. На вырос? Не, надеюсь, ты не растолстеешь. Я расстанусь, не похуй. На сколько? Я так худею. Правильно. Бля, не надо худеть, жесть.
как сказал Равшан, от меня только сиськи остались. Блядь, опять спалили Равшана, сука. Не, он просто так сказал. Короче, девочки из Краснодара, никто, если что, никто не знает Равшана. Все говно хавает Ренат. Я свободный, все можете на меня кидать. Причем тут это? Самый... Он со мной подошел тогда, я ей сказал, какой у тебя фигурант. А, она перепутала, ты перепутала с Керимом. Ты с Керимом перепутала, это Керим говорит. Пожалуйста, перепутала. Тебя я перепутала, думала, имена. Что ли. А вот ты мне на хате вчера не убралась, а сейчас убираюсь на хате. А ты меня просил? Да. Не ее, дурак, блядь. Другую просили. Не меня. Кого? Другую. А тебя как зовут? Милена. Милена, я помню. Это же бейджик. Я на него и посмотрел еще. Милена. Если наоборот прочитать, Аня Лим. Гусь. Ладно, мальчик, что? Все, давайте. Давай, связь. Как братья же. Давайте встретимся, ну вы заебете. Ну встретимся. Я до 9, можете меня с работы забрать. Реально? Да. Это типа VIP такси? Да. Ну, блядь, там надо подумать, знаешь, как оно пойдет. Я дом могу убрать. А они уже убираются. Похуй. А уже все. Нормально, слушай. А уже все, дома убираются, знаешь. А кто пишет? Да я не знаю, мне там уже весь инстаграм взорвался. Ой, кто это? Телеграм. Пока не поздно, что пишет Умоляю? А, ответь, ну. Вот, Зага, возьми трубку. На. Алло, Зага. Алло, брат. Алло, ассалам алейкум. Как ты? Алло. Гриваните ей что-нибудь с кайфом, жесть. Бомбовая тебе сказать. Жесть. Бомбовая, да, я согласен. А что хочешь? Чё? Гривануть тебе чё? Подарить тебе чё? Мне? Да. Часы их мочу. А, понял. Купи. Ладно, подари, я скоро в Москву еду, оттуда. Хочешь PlayStation тебе подарю? Кайфуйте. О, по-братски. Сумку пусть возьмёт. Я работаю. У нас одна сумка в багажнике. Всё, мои любимые. По-братски. Все, я работаю. А работаем, и что, мешаем, что? По-братски, у вас прям очередь ебать, блядь. Да мне нужно контент снимать. Он тоже стример. Она стремится, брат, у неё звёздный чат. Ну, на рабочий аккаунт. Какой? А? Не говори, какой аккаунт. Можно скажу? Нет. Ну, можно скажу? У нас минус реп за табачку будет. Нам нельзя рекламировать табак, алкоголь и наркотики. И все, поэтому ты что сказал? Да, не рекламируем. Мы не рекламируем. Мы берем на держу. Все, ладно, мальчики, давайте. Я до 9 работаю. Где, да, где работаю? Грузия. Вы знаете. Все, давай. Все, табак пока. 3-2 раз. 1-2-3. Минус рэп. Минус рэп. Пойдем. Бля, молодец, хорошо выглядишь, знаешь? Спасибо большое. Ты, бля, вот я думал, что мы на море находимся, а мы в Краснодаре. Я думаю, откуда здесь такая русалка? Ты что, гандон? Ты из дома Red Bull спиздил? Все, мальчик. У вас Red Bull'ов нету? Есть! Он откуда купил? Это мой, блядь, из дома. Я взял. Есть Red Bull. Пойдем. Давай, пойдем. Пойдем. А то ли есть Red Bull? Да, правда, есть Red Bull. Заругай. Для тебя. А, у вас узбекский. Не очень. Ну ладно. Ладно, удачи. Сапка. Денег на Red Bull нету. Вот если бы дали по бартеру, то ну еще можно было бы выпить. Давай до 9. Жаль. Си, алорет. Делаешь. Ее позаебывали. Что я сказал? Нахер. Ваше предложение. Жес. О, пойдем попьем этот какой-то чай. Заглуши машину тогда. На мою парковку. Да. Поехали в галерею. Заебываем кого-то. Да. Да, зазор больше стал. Газозоры пора. Кому Милена понравилась, пацаны? Прикольная, да, девочка? Ау, как мы с кайфом о биткоинах поговорили, с кайфом уехали. Как ты делал? Бля, я говорю, здесь пиздец, брат. О, это тоже ответила, знаешь? У нее недотрак. Да не, я не думаю, хорошо. Я не думаю, что у нее недотрак, но она поправляющая. Да, меня прикалывает. Да, мне вот так. Человек, она мужчинский пацан, да, наш. Милена Мамелевича. Махня, братуха. Махня, братуха. Махня, братуха. Махня, братуха. Махня, братуха. Не-не, девочки! Можете отойти на секунду? На нее. Нету 18. Хорошо.
Да, брат, я вот сейчас заработок, у меня в месяц, подожди, девочек нет. Когда пройдем, я про заработок спроси меня, ладно? Хорошо, брат. О, брат, а можешь, пожалуйста, я буду стоять, а ты подвезешь, типа, йоу, привет, я тебя знаю. А уйди нахуй. Пожалуйста. Вариант ту свидание сделать. Подними, ну. Какая, брат? Что-то Диана. А, с этой, Миленой. О, хотите, завтра вечером с ней свидание, стрим свидания сделаем? Металлоискатель пищит, трещит. Да, да, смотри, он в телефоне у себя. В госуслугах сидит, проверяет, сообщение не пришло, нет. А что, о налогах? А, да. А у каждый раз, когда мимо Борка прохожу, говорю им, что их техника хуйня. Почему? Всегда, потому что очень дорого. Минус рэп. В этот раз я решил просто, по-нефорски. А? Говорю, минус рэп. Ау, пойдем потыкаем 15 айфон. Падает. Пойдем 15 айфон потыкаем. Да их здесь нету. А, салам алейкум, брат. Это 15 айфона. А это на продаже. Сколько стоит же? Это же демонстрационно. Нет, сколько стоит? А, сколько стоит, не понял. А хай скидкой вариант. Если есть карта клиента, поехали скидку. Если нету. Да, там приезд, но только скидка идет на первый. Ну ладно, ахай, спасибо. Ой, блядь, без скидок хуйня какая-то. Сейчас все равно в инстаграме с девочками общается. Так, а что мы в торговый центр приехали, брат? А, завтра, пацаны. А ты во сколько запустишь? 6. Я тогда в 15:00. А что буду я делать на стриме? То же самое. Зарубай. Просто поделаем, ну. Можем поехать у меня закупать эту хуйню, а у тебя поделать, нет? Я в предложении. Не хочешь делать? Сок будет джесс. Не, джесс. Да, вкратце охуенно, да? Всем похуй, говоришь любую хуйню, улыбаются. Давай, ты просто на обезьянку похож. Мелком, мелком. Я, Вась, после Дубая, клянусь, после Дубая, не воспринимаю, да, этот торговый центр. Да, ну, если так взять, реально. Я без реально шуток, без шуток. Я клянусь, я в Макдональдс, когда прихожу, заказываю Big Tasty Combo, отдаю 500 рублей, а не 10 тысяч. Ломает. Понял? Обламывает, жаз. Да нет. Блять, я стал в Краснодаре реально очень таким, знаешь, кринжовым. Ну, типа, я вот вчера думал, ну, как будто стримы в Грузии были, я был более серьезным, там, понятливым, воспитанным. А здесь все. О, ебать, они в караоке поют. Дорога, пацаны, поедете. Оставь, заебал. Не-не, мы хотели посмотреть, да. А можно поснять, как вы поете? Мы стримеры. А давайте мы вам, оплатит вам песню, а вы попоете. А? Да умеешь, давай, брат, походу по приколу. Вот если хорошо споешь, он вам купит, наоборот, ебал. А какую песню будем петь? Какую, знаете? Никит, давай твою. Я знаю. Ой, он Никит говорит, я послышал. Она немного просто с матами есть. Давай, давай, похуй. Шнурки метан. О, ебать. От него я чуть-чуть ее тоже знаю. Давай, давай. Давай, Никит. А что еще знаете? Тут три песни, пацаны, только можно. Ну, по пути нам на локти метан тоже. А ты кроме метана что-то знаешь по-братски, брат? Я в химии не разбираюсь. Особо нет. А тут она есть, брат? А я не знаю, ну смотря что есть. Давай. Ну, можешь? Вы бейте, метан, бейте. Да? Бейте, ну. Паутина на локти, бей. А я тоже одну спою. Давай, давай. Давай какую-то другую. Таких песен здесь нет, брат. А какой трек хотите, допустим, еще один? Тимати, знаете какой-то трек? Лада Седан, Лада. Давай, делаешь? Давай, 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 Лада Седан. Я не все, ну я полностью его не знаю. Я тоже не особо, но попытаемся. Лада Седан! С чумом большим. Во! Это она ведь вам? Нет, это не она. Не. Во, Тимати! Баклажан, баклажан. А чего за это? Это, короче, в ТикТоке, понял, стрим? Не-не, брат. Вот, баклажан. Ну ладно. Подтвердить, делаем. 3000. А мы что, слышать не будем? Не знаю, ну поехали. Во, давай. Давай, поехали. Давай, давай. Поближе. Лада Седан. Ну, ты будешь? Давай. Баклажан. Ухо-план, там сидит низко. Душим асфальтом, высекает искры. Копы на хвосте, мы в зоне риска. Я вообще не местный, да и без прописки. Ну а чё, красавчик, мне любят киски. С одной вёза, выполняя списки. О, какая жопа, какие сиськи. Слышь, дай-ка номерок быстро. Нормальный парень, низкий баб, а не суши. От души, братуха, душевым душу. Нормальный парень, ой, кайф, тогда бью душу. От души, братуха, прилетает в душу. Раская жизнь, выходнюю. А я родился там, где дни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже белый. Лада Седан, баклажан. Лада Седан, баклажан. Эти четыре синицы и черные глаза красоты своей изгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан. И очень на Лада Седан.
Ты посмотри, меня милая. Привяжи коня. И спроси у Гати, подпустят ли меня. Ты платье цвета похожа. Сяду к тебе, вот, и сюда. Черные туфли, белые носки. Но вы только те, кто мне близки. ДВС опять делает мозги. Уходим под... У него задержка. И так каждый день, как тренировка. Выбери права или тонировка. Едем на разделку или снова пробка. Полный бак бензина, по кайфу обстановка. Делаем по телефону, я на волне. На районе, офис в чахане. Ты один с деньгами, приезжай ко мне. Тут нормально, кстати, который носит стене. Тут все свои, чтобы ты не снялся. Но спинника вот. Все, кто поднялся. Хорошо, мало. Поехали в Макдоналдс. Подожди, быстро споем тоже. Не, заебался. Одну песню споем по-братски. Не, я не буду. А, ты гонишь, я брат? Не буду, один раз спой. Мужчина перестает быть мужчиной, как споет и станцует. По-братски. Секси подло нету, пизду лизать можно, а это не подло, да, типа? Вода сюда. Вась, баклажан. Минус рэп пишут. Иди пой. Мы обещали. Одну песню. Баклажан. Бля, я могу спеть, либо им просто похолоть взять, пацаны, что хотите. Здесь сороги олен. Сацамон отзо. Hermezler günü solu dermezler sarı gelin la 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 la. Песня, вот эта песня. Дай следующий выбор. Да, включи, может, есть сарьяна. Да нет, нету здесь. По-братски, может, есть. Давай ты борода. А, или скриптонит. А, у тебя есть Тимати, и меня зовут Данжес. Блядь, без музыки. Я понял, что это. А, ты слышишь меня? Да. Подпевай. А, эй. С чем я вообще? Какой стар? Black Star, Mafia. Снэпбэк, тату и борода. Тони Тапора встречают города. Нас очень любят дамы, их ревнуют господа. Чтоб я покинул клуб один, да никогда. Я смотрю на ее грудь, она на мою бороду. Она бросает парня, идет в мою сторону. Она не носит бороды, носит усы. Ему не помогли машины и часы, нет. Борода решает вопрос. Жесткий сильный не букет роз. Но вместо киса коматоз. На микрофоне кто? Уличный пес. Всем пацанам привет. Я уважаю строго натуральный цвет. Я подписал контракт с Black Star, я не жалею. Ведь лучше бороды у мужчины нет. Нет, у тебя есть борода. Я скажу тебе. Да. Я скажу тебе. Да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. Ага, и билет. У тебя есть города, я скажу тебе да. Жесть надо добавлять. Я скажу тебе да, жесть. У тебя сводит с ума. Моя борода. Какая? Ассалам алейкум, алейкум ассалам, шалом всем московским бородачам. Ты читаешь... Если ты просто не бритый русский пацан, береги свою бороду и носи бороду. И не брей ее по тупому поводу. Эстафета принята, борода побрита. Отрежь себе и член, не будь как Кончита. Твой борода бреет, красит тебе бороду. Вы теперь близки, слух идет по городу. Хочешь, я там поносить тебе свою бороду? Слюны краску лить по любому поводу. Здесь каждый бородатый наш брат. И каждая малышка скажет да. Если не нарисованная борода, да. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Давай в соло сейчас. Если бороды нет, то и нет мой ответ. Закончил с песней в соло, блядь? Да, давай. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если тебя сводит с ума моя борода. У тебя есть борода с чимын башы. О, и сары гели дошел. Гергаши. Ага, е. И чеве драган даши. Ох, пошел, е. Гях пе ахзына си чим сэнэм вар йоху на, блядь. Хардасан, блядь. Гел, блядь. Ложи есть, ай, блядь. Гел, блядь. Скарим, блядь. Летний сезон. Дели бородачи жес. Сядь кресло, помолчи, кот котахом жеме. Пока лезвие чин-чин-чин-чин-чин. Шишин, шишин, сыги, шишин, кото, кот котах жеме. Кот котах ме жеме, кот котах ме, кот котах жеме, 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 жес. У тебя есть борода. О, бля, без музыки вообще кринж, брат. Пиздец. Пойдемте вон вам маку, к маку попросить. Похалуйте. Да, спасибо большое. По-братски, на ты. Хорошо. Как вас зовут? Меня Тимур. Тимур? А да. Кто по нации? Я полудегес, полурусский. О, адыги вэй-вэй. Я тоже полудегес, тоже русский. Адыги вэй-вэй. Вэй-вэй надо говорить. Пойдем, мак хавайте? Да. А вы что, за школу, что ли? Я нет. А ты? И меня отпустили сегодня. Подожди, поправь воротник, брат. Воротник всегда должен быть аккуратный. А ты почему не со школы? О, воротник поправь. Я не пошел в школу. И это тоже нормально, как мужчина. А ты вчера выставили? Так. Вчера утром. Мне мама сказала, ну типа два дня ходить и все, конец четверти. А ты что, до этого не ходишь, типа? Не, я ходил. Не, ну я что еще ты ходишь? А, ну я ходил просто, оценки вчера выставили, поэтому не пошел в школу. В любом случае вы должны подписаться. А, вот сам. Потыкать. Интриганты, мусора кто? Че? Мусора, кто мусора?
Поп Смока знали вы? Поп Смок, Поп Смок. Диор, Диор. А насколько можно, блядь? Да закажи, что похавать будете. Ну, типа, что съедите, не так все? Ну, просто мы не вдвоем. У нас там просто еще друзья. Где? Два. Два еще. Ну, они не пели, брат. Да, вот они не пели, они все. Сами сказали, идите, все, мы пришли. Купите они им вас скинули, они вас скинули, а вы им все равно подгон. Купите один. Им чизбургеры, брат. А вот, вот смотри, вот вы будете кушать, они же вам в рот не будут смотреть, братуха. Ты понимаешь, эта жизнь как идет? Иди сюда, родной, я тебе один вещь объясню, брат. Присаживайся, брат. Присядь, присядь. Вот эта жизнь, знаешь, как идет, брат? Вот ты же хаваешь, брат, вместе с ним, да? Вот ты прикинь, вот на голодниках, да? Лучше вот этот один бургер, понял, на двоих поделить, брат, чтобы ну, крыса не выйти, понимаешь, брат? Потому что сегодня у тебя есть, а завтра у него будет. Понял? Да. Сегодня у тебя нету, а у него есть. Кто будет делиться, брат? Вот так это жизнь, понял? Поэтому никогда не забывай, с кем ты, куда эта, блядь, жизнь идет, блядь. Откуда она вытекает, блядь. Понимаешь, брат? Ты что будешь? Присаживайся ты тоже, брат. Ты что будешь? Ты что будешь? А, вижу, ты салам не кинул, брат. Видишь? Видишь? Вот видишь, брат, вот она какая жизнь, брат. Видишь, ты, я вижу, пацан, с понятиями, видишь? Нет, нет, видишь, вот, ты видишь, с понятиями, брат, салам кидаешь сходу, понял? А вот так, когда тебя люди, брат, не уважают, не надо, брат, оставь это все, брат, дым я, понимаешь? Один вопрос я ему задам. Да, давай. Когда на хату зайдешь, что скажешь? Вот тебя посадили, понял? Посадили, а, ты первый террорист. Бать, сейчас, как там, вечер в хату, батю всрали? Батя, что? Всрали. Ладно, брат, заказывай. Вы желаете продолжить? Да, да, пацан, дай бог, всю жизнь на свободе выйти. Вот надо себя ценить с молоду, брат. Вот если оценить не будешь, никто не будет ценить. Вот смотри, мама звонит, брат. Но я сейчас стримлю. Но маме всегда надо. Мал, ты вот мужчина, отвечать. Видишь, брат? Отвечаю, поэтому отвечаю. Я вот ты видел в твоих словах вот понимание, понимаешь? Вот сейчас я маме позвоню. По-братски, дай он закажет. Самая, вот смотри, моя мама, вот самая прекрасная и любимая мама из всех мам. Да, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте. Что делаешь? Сына радость. Все, братья, заказ... Ты... А, я вам обещаю, это, короче, электронная тема. Тут нажимаешь, и вы сами заказываете, типа, да, без этого, да? Подожди, два отмена нужны. Брат, это не вторая. Сначала ты выбираешь картошку фри, соус какой ешь? Сырный соус, вот так вот. И теперь напиток один раз выберешь. Это технологии вообще, давно пришли к вам. Попить еще поделите, или давайте одну колу им тоже. А, не, у них есть стаканчики. Есть, есть, все, супер. Ну, мы забрали. Шачер поговорил? Да, да, все четко. Все, пацаны, да. А, он тоже. Сделает пожертвования нужным семьям. Сделайте? А у нас вообще говорит. Понял? Давай. Да как нет? Брат, ну ты тоже плюс реп только на стримах зарабатываешь. Столбой бы я без Они не отправляют, либо, брат, они не отправляют. Я не знаю, я себе... Вот ваш заказ, короче, давайте. Давай, Серега, давай, Вань. А ты говоривай. Вот чек, брат. А? Жон? Да, на, да, все. Дома. Спасибо большое, до свидания. Давай, удачи. Хорошо. Очень давай, хорошо Ванёк. Поете, надеюсь, в Олимпийском встретимся. Да. Да, короче, давай. В итоге подписывайтесь на канал. На кого? До свидания, хорошо. До свидания.